Ночь, улица, ремонт дороги, которого здесь не было много лет. Работа в самом разгаре. На улице Земица необходимо отремонтировать участок проезжей части общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. По этой дороге постоянно передвигается крупногабаритный транспорт, поэтому покрытие должно быть надежным и уверенно прослужить весь гарантийный срок в 5 лет и более. Здесь в качестве нижних слоев покрытия используется асфальтобетон типа марки 2 на основе гранитных щебней. То есть он отличается от других асфальтобетонов значительной прочностью. Для комфортного движения транспорта ремонт дороги ведется исключительно в ночное время. На участке работает более 30 единиц спецтехники. Большая часть работ – фрезерование, укладка выравнивающего верхнего слоя покрытия, обещает подрядчик, будет выполнена в этом году. А уже в 2016-м перейдут ко второй части работ. Работы здесь комплексные. То есть мы ремонтируем покрытие проезжей части, меняем бортовые камни, ремонтируем тротуары, газоны. Не забыты и схема дорожного движения, светофоры, разметка, барьерное ограждение. Все это учтено. Автолюбителей такое долгожданное обновление радует. Дорога была убита очень сильно. То есть и переезд, и линия, ну и вообще яма на яме. Конечно, дороги надо сделать. Когда дорогу сделают, машина будет меньше ломаться. Есть будет приедет. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015 году начались в Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы во всех районах Самары. Затронут и 143 тысячи квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью преображаются прилегающие территории – тротуары, бордюры, газоны и пешеходные зоны. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.